Ресница была. Хорошо. Вставать. Так не хочется. Ладно. Человек-то, а? Человеку не спится? Поехали на остров. Ну как остров? На косу. Там делают камушки сложные. Поближе. Поближе будем ходить. Вот. И палатка стоит. Солнце, что ли, такой белый прям. Смотрите. Классно. На манку похож. Кстати, запах. Здесь может быть горячий какой-то этот источник. Но пахнет чем-то. Ой, какой ледяной. Аппетитно прям. На ярик, на ярик, смотрите. Голуба. Так, так, так. Ну-ка. Давай попозируй. Ну как. Стой, беги, я тут поймаю. Оп-оп-оп. Палочку мороженую. Какая вкусненькая. Тихо, как близко подошла. Ну, палочку эту мусолит. Какая вкусная. Приветик. Эх ты какой хорошенький-то. Ой, ты какой махонький. Ой-ой-ой. Чего же ты это пустила, так близко? Это вода теплая.
остров чай. Потом уж не знает. А там туплавы, смотрите, серые. А вон они сидят там тоже. А, вон они, смотри, сидят, тоже пески называются? Обалдеть. Мы здесь раньше не было, не знаю. Поплывут сейчас. Артём с дедом, с Александром. Уже катаются на блюна этом. На банане или чего. Дети там вот играют. Будут быть людей очень много. Кстати, мы здесь больше надо, чем в Горячинске. Классное место. Так, первый пошел. Перекатился такой в кулотку. Давайте. Чао. Поплыли, блин. Такая подрумяненная. В общем, мы пришли. Шея белая. Позавтракали, сосиски, омлет у нас был. Сейчас очередь дедушки и Артема. Они поплыли до мамонта, где вчера мы были. Смотрите, какая лампа прикольная. Штуки тут прицеплены. Вот палатка раз у нас. Не знаю, снимала, сегодня с Александром. Здесь у нас туалет, переодевалка. Здесь Артем спит. Что показать. Ну вот, там видно, одеяло, там всякие спальник. Здесь я сплю. Дедушка спит в машине. У него там шторки даже. Покажу. Вот такие самодельные шторки тут. Так вот он спит тут. Тепло, говорит. В общем, как-то так. В чем он лежит-то? А, у него тут одеяло вместо матраса, понятно. Полотенце сохнет.
Так, здесь у нас туалет, переодевалка. Кострище. Ну, тут машины, мангалы, там соседи. Там соседи другие уже приехали. Сегодня пятница, сейчас народ, наверное, попрет. Посмотрим, что там. Ух ты! Сходите вот сюда. Да, здесь лучше видно. Сейчас заводимся. Сразу видно. Сырое, да? Да, всякая разница. Сейчас мы все решим играться с тобой. О, ничего себе! О, офига себе! Махач. Вот это красиво, конечно. Никак не могу поделиться. Сцепились кусок. Отдал. О, сколько добра. Отходите, наверное, сейчас. Я не знала, что чайки да, сидят. Сейчас отойдем, сейчас все соберем. Сейчас я отхожу. Угу. А ты иди вверху, снимешь. Артем плывет, видишь? С лодки спрыгнул. Идет уже запись. В общем, у нас тут озадачили подписчики. Сказали, нужно вот. Есть такая вот штучка. Очень интересно было. Вот. Так. Ой, Артем, вот такая вот штучка. Это называется огниво. Вот. Проще зажечь. Такая штучка непонятная вообще, как и пользоваться. Сказали, вот вам нужно разжечь огонь. Мы уже и бумажку, и мох уже. И об камень потерли, об дощечку потерли. Ничего не зажигается. А ты могла пошел-то. И в общем тут какая-то типа якобы инструкция. Я не знаю, что здесь написано. Вот 6 раз сигнал какой-то подать, минута пауза. Не знаю, сос сигнал. Бензин махнет. Куда ушел-то? Взял, ушел. Я бензина взял. Бензина? Ну, а если у тебя там необитаемый остров, нет бензина? У меня бензин сейчас. Какого бензина ты где взял? Ну, там сейчас футболка в бензине. Инструкция. 6 сигналов, пауза, минута. И повторять сейчас минут. 6 раз. Альпинистка. Блин, включи подсказку. Можно подсказку, пожалуйста? Альпинистка, спасательный сигнал. Подсказку. Сос. Давайте подскажу. Есть
искры идут, и все как бы на этом заканчивается. Зажигалка также работает, по тому же способу. Вроде. Подсказку. Артема, резинку опустилась. Что делаешь-то? Сломаем аппарат. Потом добудем еще. Ну что, подсказка будет? Да. Там на шнурке вон ту штуку надо в рот затолкать. 6 раз пауза. Это вам подсказка. То, что было написано. Соус, как называется. Нет, соус, вот написано. Вот, соус. Соус, вот, вот так. Азбука Морзе это. Это азбука Морзе. Это хрень какой-то, непонятно. Азбука Морзе. Ну, подсказка. То есть здесь и огниво, и свисток для подачи сигнала СОС. Значит, то, что написано, это вам не нужно для добычи огня. То есть отбросьте эти надписи, 6 раз делать не нужно. Пользуйтесь только огнивом. Пользуйтесь только огнивом. Я вам подсказал, что пользоваться нужно огнивом. А на ту подсказку эту больше не тратьте времени. Я, блин, лично бумагу хотя бы сожмите маленькие. Вы что горизонтальный лист тычите и скроете? Давай. Да не так. Бумагу прижми огнивом этим, а чтобы искры попадали на смятую листок. Да, вот точно не то. Вот газетку он даже в костре разжигает, сминаю, легче поменять. Такого, походу, нет. Ну, давай. Давай вот сюда прям. Может, надо, чтобы воздух не попадал? Кислорода нету, не будет. Ну уже все стерлось. Ой, резинка упала. Убери резинку в сторону. Слышно? О, разожгли мы. Вы видели? Тихо. О, горит уже. Огня, правда, огня горит. Нет. Сейчас будет. Пытайтесь. Ну, хотя бы прожгли газету, уже хорошо. Нужен огонь. О, о, горит, мы разожгли. Ура! Ну, молодцы. Все потеряно, оказывается. Вот здесь метка, мы это сделали. Бересту можно было тоненькую. Береста тоже хорошо. Короче, надо было разогреть ее. Это смысл, как вот камень натираешь. Береза, берешь смысл? Жинку, вставь обратно. Может быть, на слабо. Все? Какой мог, может, вот это теленок, когда молодой, самое дефицитное, дорогое мясо, все нежное. Ну, все, продает, приходит один покупатель, второй, Николай Кенович, ты что мне продал? Воняет бензином мясо. Все, то есть, вот он глотнул 2-3 раза, все, кровоток, так. Она разошлась. Вот это, в смысле, бензин там или солярка, с маслом. Представляешь? Да. Казалось бы, ну, ты вроде глотнул, мы сразу отобрали у него вроде. Он говорит, да ничего, а потом, говорит, это же, наверное, он глотнул это, бензин с маслом, я мыл вилку. И вот воняет, и все, люди принесли, забирай, деньги верни, и все. Все испорчено. Да, а всю ночь. Не может быть мясо врать, или ты что, говорит, в бензине, что ли, отмачивал? Ну, раз воняет, они не понимают, что... Он не стал говорить, что он... А, и, по-моему, он сказал, что теленок вот, вот, видимо, посчитал, что это вода, попить. Ну, бегал вот, лето по двору и ткнулся. И потом-то, может, понял после 2 глотков, что что-то не то он пьет. Ну, вот, в кровоток попал это дело, и мясо воняло. Че, Артем, как тебе? На лодке понравилось кататься? Нормально? Ветерком? Конечно. Я-то буду теперь вообще такая. Отец с матерью уехали на мельницу муку молоть. Пшеницу на муку. Жать охота, готовить это. Мы, значит... У нас здесь песню поют сейчас. Песню поют. Так-то тепло вообще на Байкале. Теплынь. Это пляж. И поют. Не, ну там второй линии. А?
были. Да, да, где-то там. Нет, там ближе. Мне кажется, там дебили, там каждый день нет. Салют. Такой вот вечер. Салютный. Не будет тут зажигалку какую-нибудь. Зачем? Развести огонь? Ну почему было знать? Написано приказ министра обороны. По увольнению летный состав имеет право летное обмундирование оставить. Там это. А говорит, пришли молодые летчики, а у нас, говорит, на складах тыловых нет ничего. Бух нет, куртки дают. Они ходили как эти подкидыши. Где-то время сколько? Пол двенадцатого, кажется. Пол двенадцатого? Плохо лавка горит, что-то, да? Смотрите, тут шоу такое конкретно. Ого, ничего себе. Тут даже такое бывает на Байкале. Зря палатки несла. Да, зря. Вообще же такой сняла бы вам контент, и все. Просто. Ого, тут серьезно, ничего не видно, правда. Уже об дерево. Ладно, выключаем.